Оборудование в котельной на улице Среднесадовой 34А до этого сезона не меняли 15 лет. Между тем, отсюда тепло поступает в 13 многоквартирных жилых домов и школу. Но теперь на замену старым котлам пришли 4 новых. Сюда же в прошлом месяце завезли теплообменники, насосы и газоходы. Новые котлы, ну, как и новое оборудование, оно всегда лучше, чем старое. Вот здесь уже установлены более современные горелки, более безопасное оборудование будет стоять. Поэтому это в любом случае улучшит качество подаваемой услуги. Еще 3 котла установили в поселке Управленческий и на улице Каменогорской. Всего должны заменить 11 котлов в 6 котельных. Кроме того, муниципальное предприятие «Инженерная служба» обновит свыше 3 километров теплотрассы. В целом по городу в этом году в Самаре планируют переложить свыше 21 километра теплотрасс. Это больше, чем в прошлом году. Дополнительные объемы, а это 10,5 километров, появились в результате отнесения Самары к единому ценовому поясу теплоснабжения. Ресурсоснабжающие организации будут вкладывать дополнительные средства в ремонт и перевооружение городских теплосетей, что положительно отразится прежде всего на надежности теплоснабжения потребителей. В июне к 15 первоначально запланированным к ремонту объектам добавились еще 7. Работа на них планируется начать к середине июля. На остальных трассах они продолжаются. Уже завтра на 3 участках начнется переврезка водопровода. В связи с этим подача горячей воды будет приостановлена. Временная мера затронет порядка 250 домов в части Кировского, Советского и Октябрьского районов. А сами теплоэнергетические объекты ремонта расположены на Печорской, Физкультурной от Кирова до Металлистов, а также на Блюхера. Везде эти вот 3 объекта, где будут переврезки произведены, они произойдут не более 20 часов, чтобы потом восстановить горячую воду. Чтобы продолжать перекладки, нужно сделать переврезку, чтобы по временной схеме дать горячую воду. По поручению городских властей работы теплоэнергетики будут производить непрерывно после вскрытия теплотрасс. Закончить подготовку к отопительному сезону планируют до 15 сентября. Мария Илчан, Сергей Баскин. События.